5 дней в пути, сотни преодоленных километров. Все ради того, чтобы увидеть происходящее своими глазами. Как приспособиться к новым условиям и чувствовать себя в чужой стране, как дома. Эксклюзивные съемки с лагеря беженцев. Нас приняла Россия, приняла очень хорошо. Так что мы держимся, но надеемся вернуться домой, хотя это навряд. Почему украинские военные ищут защиты в нашей стране? И услышим из первых уст, что они думают о этой войне, о ситуации на Украине. И действительно, это АТО или все-таки это война? Как принимали наш гуманитарный груз? Граница на замке. Смотрите в выходные в программе «Город». Айгуль Низамутдинова, телеканал «Эфир».